Всем ха, ребятки, с вами как всегда Эндрю. Я думаю, нам нужно сделать потише чуть. Мы продолжаем проходить с вами мод Путь Безумца Возвращение Хата. В прошлом выпуске много всего интересного было. И выпуск набрал 245 просмотров, так что вот продолжение. А ведь и правда, весь вчерашний день лагеря даже внимания на руку не обращал. Рука целёхонька, рана сама затянулась, и даже шрам не остался. Мне уже интересно, что с тобой случилось. Начнем с самого начала. Я рассказал ей все, что знал, что попал в лагерь, что прятался, что разговаривал с девушкой, кошкой и что оказался здесь. Дальше все вопросы к Хату, только не бейте, умоляю. Я не собираюсь. Она начала раздеваться. Вы чего это делаете? Как что? Хату вызываю, глупый. Увидев ее грудь, я невольно возбудился. Темно? Да как же меня уже задолбала эта тьма. Пожалуйста, не сношайся с Елизаветой. Братан, это не от меня зависит. Я открыл глаза, и первым, что увидел, были сиськи третьего размера. Слушай, Лизик, что мне нужно сделать, чтобы по утрам я видел на эту картину? Мы сможем договориться, но сначала расскажи мне, чего не знал Паша о вашем первом дне. Говоря, она попутно оделась. Да бля, ладно. Это будет долгий рассказ, я рассказал ей все. Лицо у нее было такое, как будто я ее собаку трахнул. Ужас какой. Ну вот, а потом в домике скамунячил одежку и печенюшки. Везение чистой воды. Благо я помнил, как изгонять из лагеря гостей, поэтому Сёмка у меня долго не продерживался. Её бы к нам на лечение. И ты прикинь, они построили в фурии секс-робота ростом с 5-летнюю девочку. Мерзко, лучше бы подружек себе нашли. Трахнул её на площади, а кончить мне так и не дали, печаль, беда. Ты животное. Ну, я этого не скрываю. Короче, я один, их трое, у меня в руках только трости, и где-то там на полу лежал в дилдах. А у этих уёбков полный набор орудий смертоубийства. Ебануться. Ну, а потом я отрубился, Паша очухался здесь. Это просто невероятно. Вероятно или нет, но это происходило. Ладно, мы с тобой еще поговорим, а пока отправляйся в палату и жди свои таблетки и еду. А перепихончик на прощание. Может завтра? Стерва, мне это очень нравится. Глеб. Зашел все тот же санитар. Можно забрать? Да, пожалуй. Что, даже не чмокаешь на прощание? Это можно. Его губы дотронулись до моей щеки. А, что за дерьмо? Все хорошо, можешь его забирать. Ах, какая женщина, я просто не могу. Я не помню, я это читал или нет, что-то у меня подозрения такие, что не с того момента я начал. Глеб повел меня по коридору, но вдруг остановился. Как ты это сделал? Сделал что? Как ты заставил Виктора тебя поцеловать? Я ничего не делал. Просто попросил, видимо, это моя природная харизма. Я ехидно улыбнулся. Он занес руку для удара, все вокруг как будто замедлилось. Он будет тебя сейчас бить, не смей бить в ответ. Ну почему? Если ты его изобьешь, нам могут ужесточить условия пребывания. Вот если он нас изобьет, его могут уволить. Резон, ладно, постараюсь не размазать ему черепушку. Мир разморозился, и мне в лицо прилетел один удар. Второй, третий. Я начал ржать как конь. Вот мудак, и знает же, что мне нельзя в ответку пиздануть разок-другой. Еще один удар по правому глазу был настолько силен, что я отключился. Вот гад, а? Ботан. День два. Утро. Утро добрым не бывает. Я проснулся от того, что кто-то трясет меня за плечо. Открыв глаза, в них ударил очень яркий свет. Чё, опять переместились? Ну, это классика для бесконечного лета. Вот эти непроизвольные перемещения. Прикрыв глаза, я сел, свесив ноги куда-то вниз. Как ты? Если честно, то хуёво. Но после того, что ты вчера ночью вытворял, это неудивительно. А что я вчера? Начали накатывать воспоминания о вечере с Алисой. Опа! Я все видел. Главное, чтобы меня не забанили за этот отрывок. Я взялся за голову. Что, вспомнил? Ага, стоп, машина, а ты вообще бля кто? Открой глаза, да посмотри. Я с трудом открыл глаза. Передо мной стоял... Ё-моё! Передо мной стояла Лена. Слушай, ты точно не тот человек, которого я хочу видеть с утра? Либо съебись глаз моих, либо сгоняй за пивом, меня похмелье ебет. Так и не усвоил мой урок. Какой еще, блядь, урок с монстрами и туманом? Спасибо, я повеселился, а теперь уйди, пока я тебе лицо не обглодал. Ты поднимешь руку на девушку? Ну, во-первых, не руку, а рот, а во-вторых, ты же не Лена, тебе и убивать не грех. А ты догадливаешься, чем кажешься, а сейчас... Погоди,
Я встал, зашел за лавочку, на которой сидел, согнулся и меня вырвало. Выпрямился, вытер рот рукавом от рубашки, развернулся к Лене. Прости, продолжай, хотя стой, я щелкну пальцами. Блять, голова болит, сложно будет слушать музыку, но эта песня того стоит. Вот теперь можно, спасибо. Так вот, за твои поступки ты будешь страдать вечно. Фу, напугало дитё сиськи. Я 3 раза Пашу от самоубийства спасал так, что я знаю, что такое страдание. Сейчас ты познаешь муки. Она замахала руками. Ну почему все девушки, что меня окружают, конченые дуры, а? Я говорю, ты ебись. Так меня ебёт похмелье, походу, пойду-ка я в медпункт аспиринку возьму и пивасика бахну. Слышь, пришибленная, мне идти надо, пока чмавки. Стоять, не ори, блядь, голова болит. Так, ты не заслужил прощения, так что никуда не пойдешь. Сука, кажется, все-таки тупая. Я подошел к Лене. Ну, паскуда, как говорится, с ноги поебал луна. Я со разворота ебнул Лене по лицу, она упала на землю и отключилась. Ты живая? Я наклонился к ней, она дышала и выпрямился, развернулся в сторону метнута. Вот почему не стоит лезть ко мне во время похмелья. Я улыбнулся и зашагал в место пребывания спасительного пива. Значит так, у него получается в его мире эффекта нету от похмелья, а тут есть. То есть здесь, если он набухается, там он будет трезвый. И пока сюда не вернется, ну короче, тут у него эффект этот проявится, как только он сюда вернется. Подойдя к медпункту, я незамедлительно зашел в него. За столом сидел Вилла, что-то писал. Писала, наверное. Мадам, прошу простить за столь нескромный мой визит, но мне немного хуевато. Не одолжите ли вы ебучий аспирин? О, живой еще. Ну на, конечно. Она залезла в ящик стола и, достав оттуда пластину аспирина, протянула мне. Я выдавил таблетку и тут же закинул в рот. А что со мной случится? Печень у меня в прадеда, тот реально умел пить. Мог фуру водки ошабурить. А на утро был как огурчик. Его даже когда вскрывали, все думали, что он не пьющий, печень была как у младенца. Но по тени скажу, что ты как огурчик. Водка паленая по-любому. Слушай, Виола Батиковна, дай пиво на похмел, а то сдохну тут, тебе придется труп прятать, тебя ну надо. Откуда знаешь, что у меня пиво есть? Я об этом лагерь все знаю, тогда ж или нет? Да, что с тобой поделать? Понять, простить и отпустить. Отпустить я тебя, ПНР, не могу. Ольга и так после вчерашнего злая ходит, а если увидеть тебя с пивом, летит нам обоим. Мне вы предлагаете мне у вас пить? Да, именно так, а ты против? Она протянула мне бутылку пива, я только за. Ну, Виола, да, она такая. Этот чаечек попивай, вкусно. Я сел на кушетку, держа в руках спасительный напиток. Открыв бутылку и сделав первый глоток, я щелкнул пальцами. Рассказывай, как ты в первый день своего пребывания в лагере умудрился поднять такую шумиху вокруг своей персоны? Все просто, природная красота и харизма. Но то, как ты вчера с Дочевской отжигал, это было нечто, но я так и не понял, зачем это было делать всех на виду. Я отхлебнул пиво. Если честно, я не помню, был в жопу пьяный, видимо, это показалось незабавным. Вот только из-за этого у тебя и Алисы будут проблемы. Дай хуй с ними, что сделано, то и сделано, сейчас уже ничего не изменишь. Но тут ты, конечно, прав. Я сделал еще 2 глотка. Я почти всегда прав. Слушай, а какой сейчас час? Кишки сводят, сил нет. Скоро обед, не беспокойся, но сейчас у тебя желудок остановился, кушать сейчас нельзя. Можно, уже проблевался, так что желудок запустил. Тогда ладно, но если что понадобится, всегда рада. Я бы сейчас отменить, коня отказался, организуешь? Я допил пиво, и когда похмельная пелена окончательно спала с моего разума, начал вспоминать, что случилось после драки с моцами. Мать моя, я был в дурке, я вернулся, а потом меня отпиздил тот урод санитар от крышки и снова здесь. Не так быстро, пионер. Я быстро подорвался глазами найти отражающую поверхность. Да зеркало. Чего? Дай, пожалуйста, ебучее зеркало. Хорошо, сейчас. Она порылась в ящике стола и достала оттуда зеркальце. Хуя себе. Я резко выхватил, начал высматриваться в свое отражение. Что-то отпечатков много. Следов побоев я не наблюдал, да и форма моя снова стала обычной. Бога душу мать, уже нихуя не понимаю. Мне нужно успокоиться и поговорить с Пашей. Йо, дай успокоительный. Ты слишком много просишь, молодой человек. Слушай, не ви мне мозг, дай эту гребаную таблетку, я уйду. Поводив глазами по столу, взял какие-то таблетки. Не нервничай, вот держи. Она протянула мне пластину и покрутила его в руках. Гинка Белоба их выпускают в 80-х. Видите, как странно. Я выпил таблетку и молча вышел из медпункта. Прозвучал горн. Как время, как всегда, сука, вовремя. Щелкнул пальцами. Так, нужно быстро добраться до столовки, когда вернется Паша, мы придумаем дальнейший план действий и будем поступательно его выполнять.
Выйдя на площадь, я встретил Алису. Если она меня увидит, то по-любому подойдет, а лишнее промедление мне не нужно. Я как можно быстрее постарался пробежать площадь, дабы не попасться на глаза моей вчерашней дырки. Но не тут-то, сука, было. Паш, как она может орать? Ей же должно быть хуже, чем мне. Рыжая подбежала ко мне. Привет, ты как себя чувствуешь? Уёво. Я продолжил путь в сторону столовой. Алиса повисла на мне. Я тоже. Она сделала грустную гримасу. А пошли в столовую вдвоём. Мне тебе столько всего рассказать надо. Ладно, только шевели булкой, мне нужно торопиться. Сказал я это с раздражением. И куда мы спешим? Ты не знаешь, куда спешишь, а мне надо в столовку, пока не отрубился. А ты можешь отключиться? Бля, что с тобой делать? Может, ей ебать, как той же лжелине? Нет, Паша не оценит бупе. Да, могу, давай быстрее пойдем. Мы подошли к столовой, на крыльце нас ждала Ольга. Опа! Сука, как же не вовремя. Что? Говорю, пиздец нам сейчас. Да. Это факт, им сейчас будет плохо. Шляпа подошла к нам. Паш, Алиса, что вчера было? Сказал с раздражением. Ольга Дмитриевна, вроде взрослая женщина, но раз вы спрашиваете, я объясню. Когда мальчик и девочка трусят со своим гениталием, то называют секс, явля, порево, полуакт, интересующий, подчеркнуть. Не ерничай мне. Не видите, так голова, сука, с бадуна болит. Не матерись. Она начала меня бесить. Стоп, Эврика, на. Так, рыжий, иди, ха, нам с Ольгой Дмитриевной потрындеть надо. Я не отпускала. А мне похуй, пошли, поспеши. Она помахала рукой и зашла в столовую. Но одной проблема меньше, а теперь я посмотрел на Ольгу. Мальчик, мы с тобой на вы, я старше, что за неуважение? Ага, да похуй, пошли. Она злым взглядом посмотрела на меня, но все же пошла. Мы зашли в столовую. Я щелкнул пальцами. Кайф. Зачем ты меня сюда привел? Уж точно не бабочку ловить, поговорим, надо же, сказал. Не тупи, прошу, я так на взводе. Стоп, я зол, а это замедлит появление Паши, сука. Павел, твое поведение недопустимо для пионера, а то, что сделал вчера... Это листики? Турбина туриста листики? Ничего себе, здесь музыка. Это, походу, листики. А то, что ты сделал вчера, это вообще переход всех рамок. Не люби мне мозги, ну трахнула на площади пионерку. Для меня это нормально, это есть. С таким поведением жаргон ты никогда не станешь примерно пионером. Да как ты насрать, я теперь к телу. Я подошел к Ольге и прижал ее к стене, точно так же, как вчера Алису. Ты что себе позволяешь? Все, теперь заткнись. Убедившись, что на нас не смотрят, из окна столовой я на часу пьющий сценарий доминирования. Оля, тебе 25 лет, ты охуенная девушка, проебывающая свою жизнь на работу здесь. Сразу видно, что у тебя мужика давно не было. Все же это является работа. Что? Я люблю свою работу, она не мешает моей личной жизни. А, это бруталити. Да, с такой музыкой, да. Пиздёж, вот допустим, сейчас я к стенке прижалась и высну тобой, а ты не в состоянии что-то сделать. Когда ты вчера нас увидел, ты орала как со шлангом. А сейчас я влез в твою личную пространство, ты сразу поникла, а безумнейшие. Что, извращение. Солененько, то, что нужно, я почти у цели. То сразу говорит о том, что ты чувствуешь себя неловко в таком близком контакте с парнем. А ведь ты можешь просто оттолкнуть меня, набрать, наорать, наказать, но ты это не сделаешь, значит я прав. Но как ты... Джекпот, и она сломалась, да, детка? Просто увлекаюсь психологией. Вообще-то Паша, а не я, ну плевать. И что теперь? Я помогу тебе с твоей проблемой. Так же, как помогли Алисе вчера? Нет, ты уже не девочка, так что твою проблему придется решать куда же как жестче. Это как? Как маленькая вечером узнаешь, а теперь мне нужно идти, увидимся позже. Пиздуй. Только на людях так со мной не разговаривай, подорвет мой авторитет. Я сказал, пиздуй уже. Такое, ну не мой это мод, честно, ребят. Как-то я люблю угарные моды, а тут что-то трэш какой-то. Выйдя обратно к столовой, я вошел в нее. Так, сейчас быстро беру поднос, сажусь и жду очкарика, мы угорим планы в путь. Алису нигде не видно, ну и к лучшему. Взяв поднос, я сел ебеня к столовой, чтоб меня не отвлекали. Въебав компотику, я почувствовал полный релакс. В глазах снова потемнело. Пост сдал. Пост принял. Я открыл глаза и был в шоке от увиденного. Столовая? Тихо, очкастый, не ссы, сейчас все объясню, ну и что, попытаюсь. Излагай быстрее, пока меня сейчас инфаркт не хватил. Я тяжело выдохнул, пытаюсь успокоиться. Давай, давай, я пока буду рассказывать. Ну тут да, тут... Пашка получше будет.
Я незамедлительно начал поедать пищу, ибо есть очень уж хотелось. Что ты вообще помнишь? Мы проснулись в дурке, а потом тебя опять вызвал Елизавета. Статус записи проверим. Да вроде запись идет, ладно. Так, хорошо, что еще? Что я тебе из последних сил на пустое говорил, когда тебе санитар бить собирался. Ну, короче, а потом я проснулся на площади, лежа на кладь, еще там была та ебанутая Лена. А еще меня ебло похмелье. Да что тут происходит? Души не ебло, но думаю, что у тебя есть планы, прав? Есть скелет планы, смотри, как ты попал обратно в нашу палату. Сразу после того, как убил последнего монстра, медпункт я отключился, а ты очухался уже там. Так, а когда тебе закинуло сюда, в туман к монстрам? Это произошло сразу после того, как Алису откупорил меня, Лена туда закинула. А что Лена от тебя хотела? Лена сегодня сказала, что я должен страдать за свои какие-то грехи. Джекпот, чего? Лену триггерит твоя похоть, тебе просто нужно еще кого-нибудь совокупить. Тогда она, по идее, закинет тебя снова в тот туман, а туда уже в дурку. И перед этим подготовиться нужно. То есть, оружие найти, ибо я боюсь, голыми руками мы там долго не продержимся. Резонно, так, где достать оружие? У меня уже есть идея. Да есть кого трахнуть, тоже знаю, все на маске. Отлично, с чего тогда начнем? Погнали на кухню, там тихонько спиздим пару ножей. А дальше ты меня выпустишь, я пойду к Ольге. А зачем к Ольге? Ебать я буду. Ты ее сломал, а ты как думал? Я самый быстрый длинный язык на Диком Западе. Двоякая фраза. Ну ладно, на то и расчет. Я взял со стула и направился в сторону кухни, держа в руках поднос. Есть идея, как нож выкрасть? Это нужно Кулианке, она постоянно пиздит конфеты оттуда, щипач от бога. А ведь правда, вот видишь, план уже обрастает и мясом. Наш дело привел парень в черной кофте и капюшоном, резаешь меня сзади, он спешно отправился к выходу. Ё-моё, чё, ассасин? Из-за толчка у него держал поднос, и все остатки пищи полились мне на одежду. Я резко разозлился, темнота. Я ему сейчас поднос в жопу засуну. Жопу не трогай, а вот догнать это субъекта стоит. Я открыл глаза. Стой, сука. Все пионеры, что были в столовой, посмотрели на меня с удивлением. Я сорвался с места, на бегу снял все очки, чтобы не мешали. Песня, допе, дай мазерфак, да. Мордобой положил их в карман. Выбежав из столовой, осмотревшись по сторонам, я заметил шевеление в кустах. Немедленно, ни секунды рванул туда, уже сжимая пальцы в кулак и готовясь набить ебальник обидчику. Улетев в кусты, удивился, ибо вместо ожидаемого пидора капюшона встретил нормальную Лену неодержимую. Она сидела в кустах и, кажется, наблюдала за прохожими. Это пиздец как странно, но мне не до этого. Инусик, здорово, тут утырок в черном не пробегал. Привет, да, он в ту сторону бежал. Она показала пальцем в сторону площади. Спасибо, слушай, одолжи как мне свой нож? Чего? Я знаю, у тебя кляшки нос пересобачил. Дай, пожалуйста, пока эта не сбежала. Я не могу его отдать, но я пытался. Прости, ты сама не надо. Я резким движением ударил ребром ладонью по стройке девочки. Она рухнула на землю и уснула. Да зачем? Я начал в темпе осматривать Лену на привет ножа. Найдя его, мой глаз зацепился за ее пельмени, упирающуюся в печь. Что? Господи, может позже. Спрятав нож за пазуху, я изо всех сил побежал в указанном направлении. Прибыв на площадь, я заметил капюшон и рванул за ним. Сейчас что-то мясо будет. На меня решил отлить Шурик. Он пригодил мне путь. Паша, то, что вчера было, это нечто. Он сделал отчетливое ударение на то. С дороги, педик, отчасти. Я на все скорости дал ему повешь глаз. Не снижая скорость, я побежал за капюшоном. Стой, гондон, поймаю, кишки выпущу. Ну, под такую музыку. Выбежав к умывальникам, окончательно его потеряв, я был просто в ярости. Итого, я устал, весь еде, вырубил двух пионеров, спиздил нож. Ну, просто заебись, блядь. Со злости я силой пнул один из умывальников. Бля, сука, больно, ай, бля. Я прыгал на одной ноге, держась руками за вторую. Хат, это ты? Я встал на обе ноги, выдохнул, пытаясь успокоиться. Он самый, а ты кем будешь? Вот только скажи, что ты меня не признал. Голос был очень знакомым. Ну ты и бабо, меня уже не узнаешь. И тут я понял, чей это голос. Ебать, Тос, ты что ли? И приз за тупость получает Павел Хат, привет. По голосу было слышно, что он улыбится. Привет, а ты где? Я тебя не вижу. Подойди к умывальнику. Я сделал так, как он сказал, увидел морду. Музыка из... забыл. Мультик называется популярный. Увидел морду, которой почему-то был очень рад. Нихуя же себе, какие трубы тут широченные. Жиробасины, как ты туда залез?
И вы или что, я не в трубе, а на своем лагере. А худо я тебя тогда вижу? Как давно ты в лагере? Второй день. Теперь понятно, сейчас все объясню. Ты же знаешь, что можно перемещаться между лагерями? Ага, я даже одного Семку уже встретить успел. Как ты понимаешь, душевный диалог у нас не вышел. Этот Семен был сухим? Слушай, я не шибко приглядывался, ну да, вроде бы. Так вот, смотри, все Семены, что встречал для перемещения, использовали разрывы реальности как биошок. Ну и давай к делу поближе. К телу, да. Короче, вода это тоже такой себе портал между лагерями, но вот только, как я понял, ни один Семен об этом не знает. Эй, Бись. Ты Жеку видел? Просто если да, то можно и съебаться из этого лагеря. Мы пару раз пересекались, я знаю, в каком лагере он находится. Тот же, Рабасина, ты же моя родная. Это же просто охуительные новости. Мне кажется, я знаю, как нам отсюда сбежать. Кат, не хочу тебя разочаровать, но я здесь уже хер знает сколько витков и с полной уверенностью заверяю, отсюда нет выхода. А кстати, сколько прошло дней с моего попадания сюда? Месяц, может, полтора максимум. Месяц, я думаю, как минимум полгода. Его лицо так деформило, что не сразу понятно, он так сильно охуел или его просто понос прихватил. Да. То есть, давай с этим мы разберемся попозже. Сперва свалим, а потом уже будем думать, сколько мы здесь. Да, ты прав. Как говоришь, у меня есть план, как свалить? А, у тебя. А насчет сваливания не могу сказать всего, но если сегодня все пройдет, как я надеюсь, уже завтра ночью мы будем дома. Это, как это? Ты чего удумал? Завтра расскажу, я не уверен полностью, что это сработает. Он говорил, слушай, у тебя в лагере есть робот? Есть, с сиськами такой. А он работает, честно говоря, не ебу, я видел недолго. А ты не мог бы принести мне этого робота? Не могу, но тебя, надеюсь, вот... Ну, тебя, надеюсь, вот это пригодится. Я достал из кармана поводки, спиженные вчера. Проводки? Показал Хтосу. Ты не поверишь, но эта херня мне сейчас реально нужна. Как мне тебе ее передать? Положи их в умывальник и выруби воду. Я так и сделал. Он взял проводки и положил в карман. Тос обернулся, видимо, к нему кто-то подошел. Никита, ну так ты идешь помогать нам робота строить? Электроник, ясно теперь, зачем проводки. Да, сейчас приду к вам, только руки помою. Хорошо, только давай быстрее, советская робототехника нуждается в тебе. Когда я ушел, Тос развернулся ко мне. Черт, мне нужно идти, если кто увидит, что я пижу с умывальником, это будет по меньшей мере странно. Мне тоже пора идти, Тос, в это же время завтра приходи к умывальникам, и я уже тогда расскажу тебе план действий. Без Б буду тут. Ладно, ты смотри, не надей, не теряйся пока. Сохранимся чуть-чуть. Давай. Я пошел к площади, думая о том, что скоро спасу своих друзей. Эта мысль меня радовала. Выйдя на площадь, сев на лавочку, я начал продумывать дальнейший план действий. Так, по идее это был обед, а значит времени у меня не богато. За него нужно. Первое, трахнуть Ольгу. Второе, раздобыть больше оружия. И без этим хуёжиком много монстров не уложу. Третье, не попадаться на глаза Лене и Шурику после того, как я их вырубил. Спасибо, они мне не скажут. И с чего начать? Мне на глаза попалась Ольга, идущая рядом со Славой. Я как неохота с ней пересекаться, но придется. Ну, понеслась с первым по семье. Я встал, щелкнул пальцем и направил в сторону Ольги и ее сучки. Ну, пошляк. Я к ним и улыбнулся уголком глаз, глядя на Ольгу. Лайки, сиськи, да в них заначку хранить можно. Ольга Дмитриевна, здравствуйте, привет, Славик. Здравствуй, Павел. Ага, рыкнула она в ответ. Видимо, вчерашнее мое выступление ей не особо понравилось. Я к вам по делу, Ольга Дмитриевна. Да, по какому же? Перед чем после ужина будете свободны? Да, что? Я бы очень хотел помочь вам с вашей проблемой. После ужина у меня как раз будет время. Какая проблема? Тебя это не касается. Но я не понимаю, я перевел на нее взгляд. Мне есть когда взрослые разговаривают. Да как ты смеешь? Я не обращал на нее внимания, я снова посмотрел на Ольгу. Ну так что? После ужина приходи ко мне, мы решим этот вопрос. Ну должен заполни вот это. Она протянула листок. Бля, обходной? Не матерись. Извините, слушайте, я в медпункте в клубах, грубо говоря, еще вчера отметился, а вот библиотеки ему в клубе не было, так что можно мне пойти только туда? Что значит вчера отметиться? Ну как? Водку я взял в клубах, а врезики с первого виола. Ладно, раз отметишь, то можешь не ходить туда. Это точно припизнутый лагерь, зато здесь все мои... Понятно, блин, ну... Такое. Но как вы можете так просто его отпускать? А в чем проблема? После того, что он вчера сделал, вы как-то слишком добры. Ты не... Я сам, можно? Я перебил ее. Если ты хочешь, не слушай дальше, подошел ближе к Славе и произнес на ухо. Еще хоть раз ты обо мне что-то скажешь без уважения, тебе глаз на клитор натяну и плакать заставлю. Я улыбнулся силой и укусил ее мочку уха.
Антирывнулась, развернулась, съебалась, пока отец... Понятно. Я остановился от нее, увидел, что Славия стоит абсолютно бледная. У нее был поникший взгляд, на лице читался ужас. Переборщил, но она сама напросила. Ну, играть мудака, так играть до конца. Ты плохо не услышал или что? Я сказал, ёбывай, сука, беги, Форест, беги. Ай-два. Я наигранно начал лопать души, подгоняя Славию. Она вышла из транса, по щекам полили слезы и в темпе убежала в кусты. Жалко Славе. Зачем ты так? Ну это хат, блин, додик, он мне не нравится. Я не люблю, когда ко мне проявляют неуважение. Не слушая его ответа Ольги, я развернулся и почапал библиотеку. Но идти далеко я не успел, крик на Славе успокоил меня. Я отключился. Темно как в жопе. Пост дал. Пост принял. Я открыл глаза. Кат, что я пропустил? Иди пока в библиотеку, я тебе все расскажу. Погоди, а где очки? Не вижу ни рожна. Правый карман. Он где очки? Пошел указан направление. Кат начал пересказывать мне все, что натворил, пока меня не было. Мы дошли до обители знаний. Ну вот, как-то так. Составил ты перегнул, но то, что мы скоро встретим парней, меня безмерно радует. Сколько я записываю? Не знаю, сколько я записываю, но, наверное, скоро заканчиваю. Ставит и перегнул, но так, это да, я уже читал. Осталось только доказать нашу теорию, тогда мы уже сможем сливаться в реальный мир. Я подошел к двери библиотеки, уже был открыл ее, как вдруг мне кто-то откликнул. Псей, Спаш, иди сюда. Я развернулся на звук. Есть, блядь, дебил, он тебя сожрет. Не паникуй, все будет нормально, а если и нет, ты разберешься. Ну тоже верно, но все равно будьте осторожны. Если случится какая-нибудь... У меня не факт, что я выгребу. Будем надеяться на лучшее. Звук доносился до библиотеки. Именно осторожно я направился туда. Ульяна? Зайдя за здание, увидел Ульяну, я удивился. Привет. Ага, здорово, ты что с Алисой сделал? А что с ней? После того, как ты еще при всех, ее лицо покраснело, попыталась подобрать слова. Короче, после этого она сильно изменилась. Ха, ты ее психическое здоровье пошатнул, похоже. Все, что я ей пошатнул, так это ее пизду и тело телеком во время толчков. Хат, да не ори ты. Я ее сегодня видел, она довольна, как рачиха после секса, мешалась на меня и странности от нее не пахло. Посмотрим. Ульяна, чем изменение выражено? Она не согласилась подшутить над Леной. Она постоянно говорила тебе, а еще заставила выбросить всех собранных мной скалопендр. Ладно, ребятки, давайте на этом сегодня закончим. Всем спасибо за просмотр. Если вам нравится мод, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ждите новых видео. Всем пока.